Однажды приятель мне сказал, если ты хочешь себя кайфово чувствовать ежедневно, тебе всплэш. И вот сегодня был показ, и мы невероятно кайфанули. Потому что 130-я группа, потому что Дима, который всегда смеется без наркотиков, это что-то невероятное. И огромнейший привет Виктории Манова. Виктория Манова – это креативный, это профессиональный, это нестандартный преподаватель, который манит своим теплом, своей искренностью. Всем добра, с наступающими праздниками. С вами был Алекс Федотов. Наш показ прошел замечательно. Я очень-очень-очень благодарна всем моим сокурсникам. Благодаря им у нас все получилось, и мы так сработались, и я их очень-очень люблю. А также я обожаю нашего преподавателя. Она сделала из нас такую команду, и ей огромнейшее спасибо. С наступающим! Наш показ совпал с праздником Святого Николая. И это было действительно как маленькое чудо, когда твои желания, мечты воплощаются. Ты можешь подурачиться, быть ребенком. Благодаря нашей группе и преподавателю, она очень креативно, тонко замечала каждую детальку и указывала. И самое главное, вытащила этих наших внутренних деток. В общем, показ прошел хорошо, нормально. Я переживал очень и до сих пор переживаю. Научился как-то больше понимать людей, следить за тем, что они чувствуют или хотят. Это очень прикольно в обычной жизни. И, ну, по поводу нашего любимого режиссера, он просто, она самая лучшая, прекрасная, которая вот все знает, видит четко и расскажет. За что огромная благодарность. Всех с наступающим. Мне очень понравился показ. Я, как и Вика рекомендовала, кайфаните. Я правда кайфанула. В себе, я думаю, что немного раскрыла свои какие-то зажатости, раскрепостилась, ну, в какой-то степени. Ну, мне, в принципе, понравилось. А Вике отдельное спасибо. Она очень крутой преподаватель. Только что закончился показ, это было очень здорово пережить какой-то такой момент. И для меня самый такой большой вывод – это то, что мы должны этот момент такой детскости, шаловливости, непосредственности перенести в нашу взрослую жизнь. Чему я научилась на курсе? Раньше я просто с людьми здоровалась, теперь я думаю, скоро начну говорить скороговорками вместо обычных слов и буду говорить всем хайху и непонятно по какой причине подбегать и обнимать. Виктории, режиссеру, огромный пламенный привет, потому что это очень многогранный человек, который нам помогла собрать из маленьких пазликов большую хорошую картину. Спасибо всем, всех наступающих. А пока я хочу сказать, что я очень волновалась перед показом, прям как, наверное, последний раз в школе на каком-нибудь утреннике. А потом в процессе все было очень как-то спокойно, легко, и сейчас очень хорошее настроение и состояние. По поводу курсов могу сказать, что я поняла для себя, что выходить из зоны комфорта нужно. Это очень полезно, и здесь это возможно делать очень комфортно и не боясь за, ну, показаться какой-то смешной или неловкость какую-то ощутить. Вике хочу сказать большое спасибо, замечательный человек, прекрасный педагог, великолепная девушка. Всех с праздниками! Только что закончился показ, все было очень круто. По сути, это стало хорошим таким венцом всего нашего курса интенсив. И это же стало возможным благодаря замечательной группе 130 и благодаря талантливейшему режиссеру, нашему наставнику Вике Маноле. Вика, я тебя люблю. Сегодняшний показ был очень динамичный, органичный. Несмотря на то, что мы очень-очень мало тренировались, репетиций было мало и волнение, конечно, было сильное, но тем не менее мы показали работу одной команды. Мы были и детьми, и взрослыми, показывали свои эмоции, не стеснялись, убирали зажимы. На курсе научилась управлять своим телом, вести коммуникацию, легко транслировать не только то, что внутри, а транслировать то, что хочется. Общение стало легким и свободным. Виктория, огромное-огромное тебе спасибо. Ты гениальный режиссер, гениальный человек, который умеет достучаться до каждого из нас, найти то зерно,
которая даст, я думаю, плоды в будущем. И у нас будет все отлично. Благодарю.